Всем привет, сэр. И это игрушка Little Inferno. Собственно, я вам хочу показать эту игрушку с самого начала. Я поиграл только 28 минут, к сожалению. И то это было давно, когда я только купил. Вот, собственно, чем она интересна? Тем, что, по сути, ну, во-первых, такого... Ну, я такого еще не помню, чтобы такое было, собственно. А чем это интересно? Тем, что в какой-то мере это, наверное, некий, наверное, симулятор... Ну, блин, почему я все симулятор хочу назвать? В общем, просто мы работаем в крематории, хотя это, наверное, не крематория, это просто какая-то свалка или что-то. Но, в принципе, это крематорий. То есть вот так мы поджигаем, все тут сжигаем, чертям, тут кубики какие-то. Это, скорее всего, это уголь, но... Ну, ладно, собственно. У нас есть, так понимаю, это довольно... Либо наша фанатка от того, что мы все сжигаем, либо что-то еще. Или либо наша девушка, либо наша сестра, я так и не понял. Да, по всей видимости, наша девушка, собственно, это сжигаем письма к чертям, не нужно. Так, хорошо, drag me, так, потяни вверх. Так, что это? А, боже мой. А, точно, это просто эти самые можно. Собственно, собираем монетки обязательно, то, что тут нужно. Собираем, так, сжигаем, все, сжигаем, гори, гори, все, гоню, боже мой. Я продолжаю болеть, так что... Так, собственно, она до сих пор удивляется, то, что «Вау, дорогой, да ты там сжёгся, боже мой, да ты как Гитлер просто сжигаешь все и так далее». Собственно, берем книжечку, и, в принципе, тут нужно разные комбо пробовать, то есть, по-моему, в Стиме, даже если вы будете это видеть, сейчас я Ctrl-Shift, и тут у вас есть соточка комбо, то есть, я вам показываю, какие тут комбо есть. Сейчас я не уверен, да, собственно, какие тут комбо есть, собственно, нам потом пригодится. И, то есть, все они работают. Потому что я сам, например, вообще не догадался. То есть я просто все вместе с пить. Так, допустим, купим вот это вот и, блин, будильник, например. Да, это забавно должно быть. О, кредитка, кредитка, ничего. Так, все, у нас больше ничего нету. Ай-яй, провисел FPS. Так, распаковываем, так, кукурузу сюда. Кукуруза, хорошо, кукуруза, будильник. Так, будильник. Вот так вот, хорошо, все. Так, и кредитная карточка, вот так вот, и пошел, горишь, ой, деньги пошли, так, будильник, кукуруза, давай, попкорн мне, так, давай все пошуровать надо, пошуровать, будильник раздолбаем, ой, паучка сжег, нормально, деньги за него дали даже, давай, оп, а, это комбо, которое там показано. Это, вернее, это не комбо, которое показано, это просто, типа, чтобы мы знали. Так, мне кажется, должны быть кубики. Я просто не знаю, не помню эти комбо все, но сейчас можно даже посмотреть эти комбо, погодите. То есть, самое первое, которое комбо есть, это, наверное, один... А, вот, карточка и порт... У нас этого нет вообще. Ладно, пока что не просто раскрывать, допустим. О, батарейки, вообще жесть. Батарейки хочу побыстрее, батарейки. Так, хорошо. Батарейки круче всего, на самом деле. Так, письмо мне сейчас будет, письмо. Так, давай, что ты хочешь? Oh, you're doing so great. But don't worry. Your little inferno is not like... боже, твой little inferno, то есть твой... Не такие, как другие? Боже мой. А, боже мой, я понял. Моя игра, то есть мой сейв little inferno не такой, как все, то есть я тут бездарность просто, но не беспокойся, все нормально. Это, типа, мне не важно, типа, как размер не важно, всякое такое, боже мой. Хорошо. Так, это кукловуду? Кукловуду. Хорошо, прям на батарейку тебе поставлю. Так, тихонько. Так, что? Hello? А, во-во-во-во, это фанатка, похоже. Да, то есть это другая уже девушка, которой нужно отвечать. Нужно отвечать. Так, хорошо, что она мне послала фотку. Да. Это мне очень нужно, спасибо. Это мне пригодит паучок уже все. Так, и магнит. Я вообще, на самом деле, не знаю, зачем магнит, но да ладно. Так, ну пошло. Пошло, поехало. Ох, горячо, такая горячо, как все взрывается. Вот батарейки мне нравятся, что они взрываются. Можно много чего придумать. Так, а эта штука поет, типа, как бы, не поет, а призывает свою религию, в общем. Ладно. Так, кирпичи дальше. Так, во, вот это вот хорошо сейчас будет. Вот это вот сейчас хорошо будет, потому что сейчас мы поставить него. Я точно помню эту комбинацию, то есть его садишь на велосипед и сгораешь, чтобы оно вместе все сгорело, тогда у тебя будет офигенная комбо. Это я помню. Так. Это что-то. Что-то пихнуть можно, интересно. О, боже. Ладно. Не о том я думаю.
Так, вот велосипед его. Велосипед. Так, велосипед, я сказал. Велосипед, так, гори, гори. Паучок. Так, drag me. Drag me, боже мой. Я путаю, наверное, на английском слово наркотики и изнасилование. То есть, rape и drag. Я не знаю, почему я их путаю. Не знаю просто. Так, хорошо, хорошо. Так, тихо, стой. Стой, тихо. Так, хорошо, гори. Гори. Гори! 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 О, да. О, боже мой, бедняк Фила. Hello, it's me again. It smells like something burning. Okay. Did you get a little inferno fireplace too? It's green like everyone has one day days. Everyone knows has one. Боже мой. Не, знаете, это сюжетная линия придумала. Я думал, что у меня фанатки есть. Я начал вчитываться в текст. Не хочу. Я буду думать, что это мои фанатки от того, что я сжигаю, боже мои, вещи. Все эти кирпичи, я не знаю, как действуют. То есть, вроде как они, наверное, просто обжигаются. Или что-то типа того. Я просто... А, во. По-моему, они нагреваются просто. Во, как хорошо пошло. Тут, смотрите, как. Как оно пошло? Давай, паучка сейчас. Паучок. Паучок сгорел, да? Знаете, это хорошо так горит, а? Так, исследуем это. Так, исследуем кредитную карточку. По-моему, кредитная карточка. Мотыльки! Мотыльки! Так, вспомним еще раз комбинацию. Ну да, это и цветочки. Будильник. И... Чё, я переживу рисовать. Так, кредитную карточку уже положить уже. Так, хорошо. Кстати, доставка достаточно бывает долгая, то есть. Так, хорошо, распаковываем. Так, кредитные карточки, по-моему, это самое, да? Да. И это самое, и, пожалуй, тогда... Опа. Давай, гори. Знаете, я даже делаю так. Чтобы это было более эпично. Хорошо горит-то все. Хорошо горит-то как. Ой. Прям гори-гори ясно. Гори-гори ясно. Все хорошо. Все хорошо. Так, что это такое? Письмя... Боже мой, все, пожалуйста, пожалуйста. Все, отстань от меня. Отстань. Я, блин, не хочу тебе ничего отправлять. Боже мой, у меня тут есть дела поважнее, я тут, между прочим. Ладно. Окей. Да, боже, теперь у меня слота нет. Из-за этой товарища, боже мой, товарища девушки. Звучит так как. Хорошо, так, тихонько. Так, тихонько, чтобы не подожглось. Ай-яй-яй. Ай-яй, не гори. Не гори. Оп. Опа! Теперь гори. Да, все хорошо. Комбо есть опять? Так, все это деньги, все хорошо. Собственно, я просто не знаю, что вам показать еще в этой игре, потому что, в принципе, это все. Дальше просто у вас появляются следующие уровни, то есть тут появляются сразу, то сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 книжек и совершенно разные комбо, то есть предметы с совершенно разными свойствами. То есть, допустим, батарейки, тут мотыльки. И как это вместе работает, сейчас я вам покажу. Так, ставим банку с мотыльками. И сейчас я, наверное, ускорю. Это эти денежки вы ускоряете, то есть я поставлю еще одну банку с мотыльками. Так, то есть они тут горят. И... Так, нет, отстань, пожалуйста. Так, еще батарейки кидаем в то, чтобы взрывалось. Взрывается. То есть мотыльки тут горят, это, конечно, ужасно, наверное. Ну нет, на самом деле это жизненно. Это суровая правда жизни. То есть серость, уныние и горящие мотыльки. Собственно, а на этом у меня все. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Не сдавайтесь, заряжайте людей позитивом все-таки, да. Да, нужно заряжать. Хоть жизнь не тлен, но нужно заряжать их позитивом, да. Ломайте систему, боже мой. Собственно, а на этом у меня все. Всем спасибо и до скорых встреч. Всем пока.